Приветствую вас, геймеры, с вами, как обычно, Дмитро, и мы продолжаем играть в Pokemon Fire Red. Так. Остановились мы в славном городке под названием Lavenda Town. Да. Такие интересные крыши тут, фиолетовые. Так. Это город кладбище, тут могилы покемонов, очень много их. Вот. Такие дела. О, мужик тут может имена переименовать. Покемонов, короче. Вот. Ясно. И тут еще кто-то живет один. Что-то про мать Кьюбанта. В общем, веселые вещи. Так, это маршрут 8. То есть нам тут фактически уже нечего делать. Я не верю в призраков. Так. Че, все, никого что ли нету? Так, ясно. Ладно. Старт покемон. Хотя подожди. Подожди минутку. Я не помню. Но там какую-то хрень надо будет использовать. Да. Ну, в домах, видимо, люди нам ничего не дают. Я думаю, что тут мы ничего не получим, получается. Так, мистер Худжи. Да, скорее всего, тут пока нам ловить нечего. Ну, пойдем тогда. Покемон Тауэ. Чего скажешь, мужик? Эй-эй, не уходи. Клефери конь двинул у него. Так. Гроулит конь двинул у кого-то. Тут еще мистики всякие ходят. Ну, оно и понятно. Так, подожди секунды. Ну, в общем, тут нам ничего нового и не сказали. О, угадай кто. Гашан. Давно не виделись. Идиот-то у него 25-го левела. У нас вот Чермиллион 30-го есть. Да и Пиджот-то у него еще и загорелся. Попытался ураганом нам морду набить. Но как-то не повезло. Покемошке. Все, еще один ураган. И он помирает от ожогов. А мы получаем 31-й левел. До эволюции, по-моему, еще один остался. Гашан будет использовать War Turtle. Самое время, чтобы покемона другого заюзать. Так, секретная сила его херач. Черепашку-ниндзя. Праймейп нехило так покачался. О, слушай, он будет использовать яйца. Вот это прикол. Реально яйца юзает. Ну давай, вали яйца. Так, Кадабра. Ну, на Кадабру мы можем нашу Чермиллиона использовать. Критический урон.
И остался Гроулит, которого мы вынесем при помощи Праймрипа. Так, секретную силу юзаем. Парализовали Гроулита. Весело. Но он все равно атаковал. Праймэп, кстати, против призраков абсолютно бесполезен, так что... Сейчас нам будут попадаться такие нехорошие тренеры, которых мы не сможем вынести. Никак. Так. Чувак нам даже не дал ничего. Так. Чё скажете мне, девушка? Так, а вот и эти. Интересные личности. Я нашел спасательный трос, который тут, по сути, нафиг не нужен. Ух ты ж, сраные грабли. У нас этой байды-то нету. Придется возвращаться, чё. Кто-то нам должен дать вот эту вот хуйню, ребятки. Может тут что-нибудь? Не-не-не-не-не. Я не помню просто, где эту хрень надо брать. Слитскоп. Или как он там? Так, нет, не на маршруте. Это точно не на маршруте. Это где-то здесь. В каком-то из домов можно забрать эту лабудень. Так, это мужик у нас тут покемонов переименовывает. Да ясно все. Лучше бы ништяк нам выдавало. Так, тут у нас... Тут у нас приютик. Понятно. Я, честно говоря, не помню, где. Так, Юган Мазер. Убили. Все ясно. А, ну давайте покемонов полечим. В таком случае. Welcome to our Pokemon Center. Это ясно все. Да, I like. Все, покемонов у нас тут поотличит. I hope to see you again. Так. Возвращаемся сюда, значит. Так. Блин, не помню я, честно говоря. Не, по-моему, эту штуку можно где-то тут найти. А, слушай, там у Team Rocket'ов, которые нам попадутся, по-моему, вот эта байда и появится, да. Короче, сейчас мы не сможем просто сражаться с призраками, надо будет от них убегать. А потом сразимся. Все окей будет. Ну и рожа. Так, один покемон всего. И эту Гастли. Призрачек. Так.
Ну, у меня Чермиллион останется. На Гасли можно и покачаться. Немного. Ночная тень. Фига. Прилично. Угона мне. Снес. Гастли. Все, победили первого противника тут. Так, а тут нам и не пройти, кстати. Давайте обойдем их нафиг. Не особо хочу бодаться с экстрасенсами. Так, а тут нам, видимо, без выхода. А нет, не без выхода. Нормально. Сейчас. Призрак. Но призрак это Гастли, к слову, будет. Так, ништяки пособираем обязательно. Так, еще один покемон-призрак 13 левела. Уходим от него нафиг. Чутку авакененький, не помню. Все, нас тут увидели. Значит, будет махач. Гастли 22 левела. Пламечко. И вынесли вообще. Изи. Все просто отлично. Так. Нашел грейтбол. Уходим нафиг отсюда. Еще им покемон. Ну хорошо, что их по одному покемону, а то раздражают. 25 одинаковых. Выпускают мне тут. На мою голову. Так. Ой, а вот это не круто. Морочий луч юзанул. Гастлик. Давай херач, сука, бьет себя самостоятельно. Ненавижу. Ненавижу. О, все, пламечком. Пошел пламечком пользоваться. Гастли упал. Все нормуль. Так. И Чермиллион получил 32 левел. Все просто великолепно. Where is the ghost? Так. Кстати, эволюция что, не случилась, что ли? Да, реально, Чермиллион остался Чермиллионом. Может, на 36-м левеле эволюционирует он, я уже не помню. Честно говоря. Призрак появился. Легко появился, легко и пропал. Так, тут мы пройти можем спокойно. Так. Ох ты! Покемоны восстановились на пентаграмме. Вот это прикольно.
Дикий прикол. Так. Один покемон, опять же гасли. Выносим. Ладно, там пройдем. Вряд ли что-то полезное особо. Поднимаемся выше и выше. Ке-ке-ке-ке-ке-ке. Не могли ничего умнее придумать. Да уж. Еще один покемон. Еще один покемон. Так. Гасли. Снова ты. Ну, зато теперь выносится с одного удара. Что клево. Так, а тут нам не пройти, кстати. А вот тут пройти. Вперед, Чермелян, выноси, гада. Блин, не уничтожу. Атака ночной тенью. Так. Ни в коем случае не применяем царапание, потому что оно бесполезно. Бесполезная атака вообще. Так что вот так. Эй-эй-эй. Да пошел. Джойстик упарывает на эмуляторе. Призраки, кстати, уже все серьезнее и серьезнее идут. Эй. Так, о, я нашел конфетку. Вот это круто. Но это надо на будущее их оставить. Призрак 30-го левела. Ужас какой. Так, цука, а туда, ребятки, получается никак. Ты чё, и где эту херню искать? Я чё-то не помню уже. Так, ну давай так сейчас. Так. Как попробуем-то? Лавенда. Чертов лавенда. Надо возвращаться, значит. Где-то нам должны будут эту хуйню дать. Очки эти, чертова. Придется уходить отсюда, да. Черт подери. Такое бывает иногда. Ну, ладно. Даже и не знаю, что сказать. Уходим. Отсюда нафиг. Еще один там покемон.
Так. Ладно, пойдем нафиг отсюда. Хонта. Вот это вот интересно. Видимо, нам сюда рановато. Вот чё. Да. Наверное, нам надо будет в ГИМ сначала пойти, а уж потом чего-нибудь такое. Что, 21 опыта, 4 значка. Все, пошли. Так. Твою мать. Сколько я их там пропустил? Ладно, давай подождем, повоюем. По одному покемону это еще не фаталить. Зая, конечно. Ой, ёпарасотей. Блять, я забыл. Цапку-то не воспринимает. Ладно. Так, ну, ребятки, значит, сейчас мы, знаете, куда сходим? Мы сходим в славный город Силадон. Туда пойдем. Значит, никаких проблем с этим городом у нас не будет. Нам придется туда идти. Квестики повыполнять. Покемошку помочить. Да. И каким-то макаром нам нужно тут уходить отсюда. Все, уходи. Дверь закрой. Так, все, наконец-то мы спустились. Да, ну, давненько я не играл в эту игру, поэтому думал, что сейчас мы тут что-то сможем найти. Нет, это потом. Как-нибудь в другой раз мы сюда вернемся. Так, лечим покемонов. И идем, значит, в Силадон Сити. Полечимся, значит, полечимся и в ГИМ. Сразу в ГИМ, если можно. Если нельзя, то посмотрим, что там. Там вроде камни продаются. Для эволюции. Так, Силадон, он, по-моему, здесь у нас. Так, не покемон мне нужен, а сумка. Сюмка, сюмка, сюмка. Так, таунмап. Юсь. Нет, тут сафрон у нас. Так, цирулин. Силадон. Ну, то есть сафрон найдем, получается. Интересно. Наверное, в сафрон и идем. Как-то вот так. Ой. Этот долбанный джойстик, он меня раздражает. Хотел у всех этих мужиков обойти. Сука, он еще и граули там пользуется. Это жестоко по отношению ко мне. Так. Ой, это вообще садомаза сейчас будет. Срочно праймейпа. Ненавижу эту атаку. Ой-ой-ой, это вообще не смешно. Ну, хоть на Чермиллионе покачаемся. Так. Царапанье.
То есть 17 опыта только. Вульпикс. Так, ну вульпиксом давай праймой юзанем, чтобы этого вульпикса замочить. Так. Когда ты чоп, лоу кик. Когда ты чоп юзанем. Так. О, я помню, слушайте, вот это место. Тут можно от этих чертовых тренеров спрятаться. Но воятся тут покемоны, честно говоря, так себе. Мяут 20 уровня у меня. На их не надо. Так. Ой-ой. Вот эти парни, они по дорогам ездят, надо быть повнимательней. Так, это путь, ребятки, в Силадон, походу. Ну давай, пойдем в подземку. Что-то там мужик сказал, что путь в Силадон Сити тут прикрыт чем-то. Так, дорога закрыта. Маршрут 7. Ну-ка, я что-то блуждаю тут, вам не кажется? Эй. Так. Нет, слушай, мы между Силадоном и Сафроном. Если дорога закрыта на Сафрон, то получается Силадоном где-то вот тут. Все, мы пришли. Отлично. Видали, бандюган разгуливает спокойно. Там у них еще подпольное казино есть. Надо будет его прикрыть. Это уже, наверное, в следующем эпизоде. Сейчас мы попробуем за значок сразиться. Так, гим у нас знаете где? Тут, кстати, магазин же с покемонами есть. Надо... Тут на самый верхний этаж, там продаются камни и ХМ-ки. С ТМ-ками. Ништяковые очень. Ща. Давай, в лифтоган залезем. На 5-й этаж, пожалуйста. Да, нам, скорее всего, сюда. А может и не сюда, кстати. Так, хп ап, протеин, железо. Нет, мне ничего из этого не надо. Ништяковые вещи, но мне они пока не надо. Икс-атака, нет, это не то тоже. Так, ну-ка, наверху чё? Слушай, наверху ничего нет. Там только напитки всякие. Ну где-то тут ХМ-ки продаются и ТМ-ки. Нет, ТМ-ки в смысле. ХМ-ки, они нам достаются по-другому. По другой системе, так сказать. Ну где-то тут есть магаз с видами атак. Это я точно помню. Покидол, блин. А, вот камушки. Слушай. Камушки есть, но мне они пока не особенно пригодятся. Да. Потому что у меня пока нет покемонов, на которых можно их использовать. Так, ну-ка, ты, мужик, что расскажешь? Ничего не расскажет. Ой-ой, не сюда. Вниз идем. За компами тут сидят. Походу. Контратака? Нет, спасибо. Мне нафиг не нужна твоя контратака. Мне нужно
Хэмки найти с тэмками, где продают. Так, чуваки, что вы тут делаете? Короче, бред всякий нам говорят. Не, может, кстати, здесь и не продают этого дела. Это вполне вероятно. А вот темки, все, нашел. Гиперлуч. Рытье. Что это такое, не помню, секретная сила. Аттракт. Гиперлуч мне бы пригодился, но он... Он промахивается раз, два. Два это атака в два хода. Нет, мы не будем его брать. Брик-брик, секретная сила. Ладно, не будем брать ничего. Попробуем рискнуть и самостоятельно долеть без всяких тэмок-хэмок. Вот в игре Crystal, там в магазах вообще крутые атаки продавались. Я их обожал просто. Мощные. И очень-очень-очень крутые. Так. Ну, а нам пока в гим пойти надо попытаться. Будем рубить. Да, вот наш гим. Травяной. Так что будем сражаться. Надо всех ассистентов попытаться загасить, они нам опыта дадут. Так, ходячая конопля 21 уровня для прокачки. Я думаю, самое то пока. Молодец, Чермиллиан. Уровень прибавил. Так, был Спраут. Кимона менять не будем. Атака огоньком. Был Спраут побежден. Еще одна конопля. В общем, опыт будем набивать нашему Чермиллиану. Потому что покемонов тут нереальное количество. Все они слабы. Да, мы на очень раскачанном уровне, поэтому больших проблем они не дадут нам. Эти покемоны, которые тут. Так, давай сразись со мной, девочка. Два покемона, был Спраут 23 уровень, Чермиллиан у нас 33. Разница в классе просто внушительная. Но проблема в том, что разницы в классе у нас не будет, как только мы сразимся с лидером. Лидер Гима очень мясной будет. Так, Випин Белл может, кстати, и выживет с нашей атаки. Нет, не выжил. Готов. Ладно. Чермиллиан заработал еще больше опыта. Сейчас мы чеканем оставшихся ассистентов. Ту и лохуча их тут, кстати, что-то. Ассистенток этих. Но зато мы набьем уровень на них. Был Спраут 24 уровень. Так, еще один. Тоже, наверное, 24 уровня. Так, Пельспраут. Имбя.
Все, 34 левел у Чигамелеона. О, вот эту вещь мы сейчас выучим. Очень мощная атака огнемет. Вместо рыка мы ее выучим. Так. Еще несколько ассистенток осталось. Заодно проверим огнемет в действии. Бульбазаврик. 24 уровень. Хотел бы я бульбазаврика поймать. Так, ну-ка, давай огнеметчиком. Воспользуемся. Фига себе. Да, мощная вещь. Ну и визава. Ой. И визава точно так же. Сейчас его снесем. Так, две ассистентки остались там. В глубине. Даже три. Вот это еще. О, слушай, 5 покемонов. Вот это клево. Ну и все слабые, походу. Был с Праутом и огнеметчиком. Вольнем. Так, ходишь точно так же. Так, Виппин Белл. Сколько уровней у него? Посмотрим сначала. 22-го. Неудачник. Готов. Ну, остался Глум. А нет, еще кто-то там будет. Ну, посмотрим. Сейчас фига себе, он выжил. Хорошо промазал. Это жесть была бы какая-то. Так, супер патион использует. Паскуда. Так, ну, ладно, огонек еще добавим. И визава. Вот и визава может выстоять, поэтому будем огнеметом пользоваться против него. Так, 35-й уровень набили. Остался 36-й и будет эволюция, насколько я понимаю. Я думал, на 32-м вообще эволюционируют они. А вот нифига. Так, еще одна конопля. Тоже маленький уровень. Так что слабенькое пламя вполне с ним справится. Ну и Глум. Ой-ой-ой-ой-ой. Глума мы огнеметом вольнем. Оу, oh, yes, детка.
Это просто гайд для прокачивания нашего Чермиллиона. Вот если бы у нее было бы, вот у этой девочки, покемонов 5, мы точно прибавим. У нее один только. О! Яйца. Давай яйца пламенем вольнем. Думаю, они снесутся. Да, готовы. В общем, Чермиллион 35 уровня и Прайм Эйп неизвестно какого. Я не помню, какого он уровня. И не все атаки у нас есть, но я думаю, что проблем больших не будет. Если мы проиграем, ничего страшного. Вернемся и победим. Так, три покемона. Виктрибелл 29 уровня. Давай, Чермиллион, я в тебя верю. Снес с одного удара Виктрибелла молоток. 1000 опыта. Вот это да. Танжела. Ну, с Танжелой и Чермиллион, я думаю, справится. Ой, жесть. Но я все-таки огнеметиком воспользуюсь. Что-то вообще какая-то изи. Ну тут, наверное, последний у нее покемон вообще даст позраться нам с вами. Так, Чермиллион прибавил немножко в опыте. Вайлплюм. Вайлплюм — это развитый глум. Так что... 29-й... О, господи. Но он живее, чем Виктрибелл может оказаться. И в этом вся беда. Нет, слушай, мы с одного удара всех унесли. Жесть. Ну, нормально. Чё? Зато я стронг. Ну, а Чермиллион получает эволюцию. Это последняя форма Чаризард. Чермиллион стал Чаризардом. И хочет выучить атаку крыльями. Ну, можно, кстати, хорошая вещь. Так. Выучим атаку крыльями, если... Так, сейчас 60 атака крыльями. Металлические когти 50. А вот это вот царапка обычная 40. Давай, короче, вместо царапки выучим атаку крыльями. Так, получили радужный значок. Без проблем получили радужный значок. Ну и это самое главное, конечно же. Так, ТМ-ка Гигаслив. Отлично. Все, уходим отсюда. Лечимся и заканчиваем эпизод. А потом с вами в следующем эпизоде тут казино прикроем подпольное. Что-то как-то лечить меня не хотят, видимо, или не могут. Кстати, вот это казино нашел. А вот все нашел этот ПЦ. Что-то он от меня спрятался далеко. Так, все. Лечи моих покемонов быстрее. Так, а я тут сейчас. Demon of the full health. I hope to see me again. Все, сохраняем игру. Save state. Вот здесь. И на этом пока все. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на мой канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся, продолжаем прохождение. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.